В театральной жизни Чувашии вновь большое событие. 19-й международный балетный фестиваль. Программу фестиваля открыл балет «Баядерка» Людвига Минкуса. В 2002 году чебоксарский зритель впервые увидел постановку балета Минкуса «Баядерка». В этом году спектакль вернулся на подмостки, открыв 19-й международный балетный фестиваль. В зале «Аншлаг» зритель ждет от фестиваля новых слов, исполненных в танце. Ожидания оправданы. От балетного фестиваля всегда ждешь яркости, красоты, новизны. Мы очень рады, что наш балет очень вырос вот за эти годы. Этому фестивалю я бы пожелала удачи, так же, как и всем предыдущим фестивалям, огромного успеха. Для театра оперы и балета стало доброй традицией приглашение артистов театров России и зарубежья. В этот раз ведущие партии «Баядерки» танцуют солисты Большого театра Москвы Анна Никулина и Михаил Лабухин. Зрителя ждут еще 4 фестивальных дня и грандиозный гала-концерт с участием солистов ведущих мировых российских балетов. Александр Гаврилов, Александр Петров, Республика.